Самый масштабный детский футбольный турнир региона вступил в завершающую стадию. Сейчас победители муниципального этапа на Кубок губернатора среди дворовых команд борются за выход в финал. Зональный этап соревнований проходит в Славянском районе. Победители, которые будут представлять свои муниципальные образования на краевом уровне, определят в трех возрастных категориях. В средней группе на поле встретятся ребята 2004-2005 годов рождения. Поприветствовать юных футболистов и пожелать им удачи приехал заместитель директора краевой спортивной школы по футболу Александр Пестрецов. Разрешите мне от имени по поручению Министерство физической культуры и спорта, лично министра олимпийской чемпионки Чернова Людмилы Александровны, поздравить вас с открытием очередного Кубка губернатора зональных соревнований. Я думаю, сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Вы, наша надежда, в последующие годы должны попасть в сборную Краснодарского края и сборной России. На стадионе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» в схватке за победу сошлись 8 команд из Абинска, Анапы, Новороссийска, Красноармейского, Северского, Темрюкского, Крымского и Славянского районов. Все игры получились зрелищными и напряженными. Каждая команда до последнего боролась за выход в финал. Но в этот день спортивная фортуна была на стороне ребят из Крымска. Они и сыграют в финальных матчах, которые пройдут с 1 по 9 августа.